раньше такие объекты чистили спуском воды полностью и, грубо говоря, такой спецтехникой, как экскаваторы. То есть здесь более такой гуманный способ, скажем так, рыбам. В процессе открываются родники. Последние годы вот это озеро у нас, оно сильно заилилось, водоросли пошли, кустарники. Если как завершат вот эти работы очистки озера, мы планируем здесь создать зону отдыха. Будет маленький пляж здесь у нас, и вдоль озера мы пустим пешеходные зоны, тротуар будет. Камыш вот в нашу бытность в это время вырос до 4 метров, то есть в диаметре более 8 сантиметров. Если взять на 100 гектаров, это более 1000 кубометров скошенного и вывезенного камыша. У нас в этом году мы организовали двухсменную работу по 8 часов. Мы слышим положительный отзыв от местного населения, которые выросли и живут на воде. Это люди, которые всегда и каждый день от них зависят. Где-то рыбалка, где-то отдых, где-то гости, где-то искупаться, где-то еще что-то. Зарастает у них все на глазах, они видят, как это все быстро происходит. И насколько важно ее сохранить вот той красоте, которая она должна быть. В этом году изначально у нас было предусмотрено из этой суммы только 22 миллиона рублей на все три объекта, но Росводресурсы нас поддержали и выделили дополнительные лимиты финансирования в 2021 году в размере 77 миллионов рублей, и общая сумма составляет 99 миллионов рублей.